65-0-66 артикул. Вот габарит коробки 62-55-45 и 105 сантиметров. Коробку переверим. Так, вот кресло само представляется в таком виде. Так, я его еще не видел. Ну, сложно, тут ничего нету. Собственно, сама конструкция металлическая. Низ кресла. Здесь резиночки. Такие люверсы. Они стальные. С двух сторон расклепаны. Качество швов. Сам каркас, в общем-то, его видно, вот сейчас померим. Диаметр трубы. Так, получается у нас 23 миллиметра. 23 миллиметра труба. Вот здесь вот вставки уже из алюминия. Сейчас мы их тоже замерим, они потоньше. И получается 19 миллиметров. Вот сами ножки, классическая конструкция, как у всех многих других кресел, такой шар адаптируется под любую местность. Так вот работает механизм. Так, там вот, если посмотреть, вот видно, что металлическая вставочка, сам он металлический. Так вот это работает и закусывает металл об металл. Так, сейчас мы его поставим. Так, это, вероятно, вот так работает. Я это кресло пока не видел, поэтому, возможно, буду тормозить слегка. Так. С этого еще ничего не надо, видимо, просто опускать. Мне ничего не нужно. Так, вот. Ну, как любое карповое кресло, посадка разная. Взяли, отогнули. И легли, в общем-то, отдыхать, если нужно. Положений много достаточно. Опять открыли. И поднимаем спинку кресла. То есть все это крепление происходит, фиксация спинки происходит благодаря вот этому механизму. Вот видно, вот так вот это дело ездит. Это пластик, и вот так вот фиксируется с двух сторон. То есть проблем никаких нету. Так, элементы каркаса все защищено пластиком, где необходимо. Сборка на болтах. Индекс у них 8,8. Для кресла это не так актуально. В общем-то, так, здесь вот материал замша, очень приятный. Не замша, извините, этот флис. Здесь флис. Приятный к телу, приятный к руке. Вверх подушка, сама логотип марки, и сзади вот такой вот кармашек для всяких приятных мелочей. Так, теперь замеряем ширину, получается около 60 сантиметров, то есть не врут. И здесь тоже замерим саму спинку, всю ее длину. 120 сантиметров. И лежанка 55 сантиметров. Вот здесь вот влезет человек не шире 55 сантиметров. Так, высота ножки тоже подмерим. 45 сантиметров и в разобранном состоянии 56 сантиметров.